Выезд из Первоуральска в сторону Екатеринбурга сегодня заполонила спецтехника. Дорогу намерены избавить от колеи. В планах рабочих заменить 3 километра полотна. На время ремонта дорогу полностью перекрывать не стали. Организовали реверсивное движение. На трассе сразу же образовалась небольшая пробка. Как пояснили в Свердловск-Автодоре, это текущий ремонт. Сейчас рабочие срезают старое покрытие. Завершить ремонт планируют до конца недели, если не помешает дождливая погода. Как говорят специалисты, не будет колеи, станет и меньше дорожных происшествий. Для ремонта выбрали один из самых аварийных участков. Очень много бывает ДТП на этом участке дороги, потому что большое интенсивное движение машин на подъезде к федеральной трассе. Что в основном транспорт движется по этой дороге, а не по старому московскому тракту.